Дождливая погода. Турнир по стритболу проходит в парке Горького, в спортивном зале Харьковской академии физической культуры. На Sport Music Fest приехали команды из Киева, Львова, Днепропетровска, Полтавы, Запорожья и Северодонецка. Благотворительный хип-хоп-фестиваль Sport Music Fest проходит в Харькове в 9-й раз. В первый день соревнования по уличному баскетболу в рамках отборочного этапа Всеукраинской стритбольной лиги. Играют 70 команд. Андрей Чапляк приехал из Львова. Рассказывает, в его городе этот вид спорта развит хуже, чем в Харькове. Дуже подобаються такі атмосфери, ну, як сказати, зігрівають для когось щось одне, для когось щось інше. Для мене такі турніри дуже приємні. Харків дуже приємне місто, мене прийняв, ну, подобається. Львів каже, що гарно. Команды женские, мужские и смешанные. Возраст участников не ограничен. Есть и профессиональные спортсмены. Людмила Науменко на Sport Music Fest приехала из Киева. Она игрок национальной сборной Украины по баскетболу. Харьков хорошо развит. Тут все время стритбол. И очень много людей приходит, очень много команд, женских, мужских, без разницы. И в Украине раньше он вообще у нас был не развит. Как бы. Сейчас все делают, вот начальство, вот какое-то там. Все делают, чтобы развивалось. Людям нравится, команд много приезжает. Sport Music Fest приурочен ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Он отмечается в третье воскресенье мая. Прямо на фестивале работает передвижная амбулатория, где участники и гости могут пройти экспресс-тест на наличие ВИЧ-инфекции. Кровь берут из пальца, результат через 5 минут. Страха не было. Я, ну, думал, что здоровый, и оказался здоровым. И просто, не знаю, захотелось сдать. Плюс еще там ходили, агитировали. Медсестра Харьковского областного центра по борьбе со СПИДом Виктория Семиренко рассказывает, проверила более 30 ребят, все результаты отрицательные. Достоверность экспресс-теста 98%. Проходят у нас и акции, и выявляются люди ВИЧ-позитивные. Потом мы их посылаем в областной центр СПИДа, они там по паспорту еще или анонимно сдают, сдают на учет. По словам экспертов, 3380 ВИЧ-позитивных жителей области состоят на медицинском учете. По неофициальным данным, инфицированных втрое больше. По статистике, в Украине чаще всего вирус передается половым путем, особенно среди подростков. Этот анализ абсолютно бесплатен. Его можно пройти в областном спеццентре, который находится на улице Борьбы 6. И туда может обратиться любой житель. И хоть анонимно, хоть официально получить сертификат, сдать, пройти анализ. Анализ. Есть единственная разница, что сейчас мы берем кровь из пальца при быстром тестировании, при тестировании в спеццентре берется венозная кровь. На фестивале также презентовали выставку тематических карикатур. Работы победителей всеукраинского конкурса «Дискриминация и толерантность» обращают внимание на проблему ущемления прав человека и демонстрируют стереотипы общества. Завершится фестиваль в воскресенье. В парке Горького пройдет концерт хип-хоп-музыки и танцевальное шоу. Хедлайнер концерта – российский рэп-музыкант «Карандаш». Кроме «Карандаша» у нас еще выступают как такие коллективы, как «Nice Day», «Сэнс», ребята, которые вот недавно на X-Factor участвовали, достаточно далеко прошли, и «Эклипс», «Бро энд Бро». В общем, достаточно много известных и популярных среди молодежи коллективов. Виктория Вашкевич, Дмитрий Герасимов, «Объектив неделя».